Баньчжан, Лаошуча, китайский чай Шупуэр, урожай 2010 года из ассортимента T-Magic. Москва, Санкт-Петербург, Хельсинки. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Шоколадно-древесный, с очень слабой фоновой пряной ноткой. По проливам, как обычно, берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 30% от нормы. Первый пролив 80% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 90% от нормы. Четвертый пролив 70% от нормы. Пятый пролив 60% от нормы. Шестой пролив 40% от нормы. Настой у чая плотный, мутноватый, наваристый. Небольшой осадок в мелкой фракции на промывке. Потом почти без осадка. При использовании чихая сита не нужно. Вкус заваренного чая древесно-пряно-кофейно-шоколадный. Очень слабо присутствует нотка какао. Едва просматриваема камфора. Сырье по меркам начала 2020-х годов довольно грубое, но для 2010 года вполне себе. На первом проливе чай сладкий, потом во вкус выходят терпковато-горьковатые нотки. Аромат пустого чихая. Древесно-сладкий, средней силы нота, камфора, очень слабая нота, специи, очень слабая нота, карамельность, очень слабая нота, сладкий шоколад, очень слабая нота и какао, очень слабая нота. Начиная с четвертого пролива, необходимо поднять температуру воды на максимум и резко удлинить проливы. Гайвань потенциал чая не раскрывает. Тут можно попробовать варку, либо стоит использовать толстостенные фаянсовые чайники, либо вообще глину. Категория качества – элитный чай. Можно ли пить сразу? Да, можно. Потенциал выдержки дозревания имеется. А с вами, как всегда, был Иван Соколов, историк чая, кандидат исторических наук. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.